Привет! Сегодня у нас специальный выпуск, который посвящен масштабному фестивалю «Российская студенческая весна-2013». Тема заслуживает большого внимания. Мы расскажем, как челябинские студенты шли к своей победе. С вами программа «Молодежный проспект» и я, Ева Андрейчук. Начнем! Финалистов из региональных этапов в этом году встречал у себя Ульяновск. Из Челябинска с амбициями и талантами за победой отправились около 100 человек и наша съемочная группа. Посмотрим, как все начиналось. Точка отправки – Челябинск. Число занятых студентами вагонов – 3. Место прибытия – Ульяновск. Именно в этот город, на родину талантов, как его еще называют, прибыла делегация Челябинской области в составе 100 человек, чтобы покорить фестиваль «Российская студенческая весна». Сутки в поезде, и мы уже на месте. Получилось нелегкое. Было очень жарко, не было ни интернета, ни связи, ни электричества. Но, тем не менее, она запомнилась нам очень хорош, поскольку получилось пообщаться с представителями других направлений, и все мы теперь хорошие друзья. Вообще обычно танцоры в поездах тянутся. То есть, если лежишь на нижней полке, на верхнюю полку ногу так забрасываешь и стягиваешься. Можно еще в шпагат между полками садиться. 21-й фестиваль талантов российской молодежи в Ульяновске проходит уже второй раз. Город Семи Ветров, родина Владимира Ленина, Николая Карамзина, Дивана Обломова, буквы «Ё». Как только не величают эту культурную столицу, в которой старинная архитектура гармонично дополняет облик современного города. По традиции «Студ весна» проходит в нескольких номинациях. Театральное направление, оригинальное, танцевальное, музыкальное и журналистика. В этом году более 2000 участников из 68 регионов России разбавили размеренную жизнь ульяновцев своей безудержной энергией, которая врывалась буквально отовсюду. Смотрите, смотрите, смотрите все сюда! Мы, Челябинск, ура, ура, ура! В белых панамках ходим всегда! Мы лучшие, да! Челябинская делегация стала самой многочисленной из всех. А для представления нашей области в региональной программе, которая оценивается отдельно, было выбрано неординарное событие. С недавних пор оно выделяет наш город во всем мировом пространстве. За моей спиной идет репетиция региональной программы Челябинской области под названием «Стоящие у солнца». Она посвящена такой теме, которой вряд ли может похвастаться хоть один из городов России. И эта тема – падение метеорита. Жители Урала этим утром взбудоражили странные взрывы и вспышки в небе. Их наблюдали жители Екатеринбурга, Челябинска. У нас региональная программа про метеорит. И все номера нашего коллектива выбирали в соответствии с этой программой. Мы танцуем. Город, который никогда не спит, он открывает, можно сказать, программу. Затем танцуем «Ледниковый период». Зал ожидания и финальную сцену все вместе с разными коллективами. Мы занимаемся 6 дней в неделю, то есть у нас выходной только воскресенье, мы занимаемся где-то от 3 до 4 часов, вот так, можем и больше, как когда-то. Совместные репетиции и подготовка к региональной программе начались у студентов вузов Челябинска еще в апреле. И вот, как говорится, результат налицо. И назван был «Урал», что означает «стоящий у солнца».
4 конкурсных дня студенты нашей делегации не то чтобы бились в отчаянной конкуренции. Напротив, многие успели подружиться с участниками из других городов, поделиться нашими отличительными метеоритными знаками. Обстановку конкурсных соревнований помогали разряжать мастер-классы, пресс-конференции, экскурсии, а также фестивальный клуб, который работал каждый вечер для всех участников в качестве центра досуга. После всех испытаний и большой конкуренции самым волнительным ожиданием стало подведение итогов фестиваля. Строгое, но справедливое жюри определило настоящих лидеров студенческой весны. Вот она, долгожданная церемония награждения. Члены жюри, авторитетные артисты и журналисты отдали в общей сумме более 400 призовых мест по всем направлениям. У челябинцев 9 первых мест в разных номинациях, а также вторые и третьи места и специальные призы. Кроме того, Челябинск стал фаворитом в танцевальном направлении, где в общем зачете у нас гран-при. Перемешку такое чувство, не то, что наконец-то все закончилось, а наоборот хочется как-то дальше это все продолжать, побеждать дальше, тренироваться вместе с ребятами. Вот, и такое, ну, радостное чувство, на самом деле, прям душа радуется, то, что победили. И абсолютно не стыдно теперь домой ехать. Понимаешь, что не зря ехал столько в поезде, на боковой полке. Сегодня на Ульяновской площади имени Ленина настоящий аншлаг. Здесь собралось более 2000 человек, чтобы увидеть финальное шоу российской студенческой весны. Гала-концерт из лучших конкурсных номеров. И пусть на улице сегодня не так жарко, атмосфера, царящая здесь, просто не даст замерзнуть. И в самом деле атмосферой зарядились не только вечно неунывающие студенты, но, по-видимому, и официальные лица. Этот фестиваль для всех, кто здесь был, будет большим событием в жизни. Вы его будете вспоминать долго-долго. И я вам желаю больших творческих успехов, человеческого счастья. Будьте счастливы и помните об Ульяновске 2013 года. Громче! Итак, по итогам общекомандного зачета. Гран-при достается Челябинской области! Очень сильны традиции в городе. Ни разу Челябинская область не становилась первой на российском уровне. И в этот раз нам это удалось. Конечно, мы вложили максимально усилий и сформировали не эффектную делегацию, а эффективную делегацию. Но жюри сочло, что она еще и эффектная, и мы получили гран-при. Как известно, город Ульяновск расположился на берегах двух рек – Волги и Свияги, в месте их максимального сближения. А мы все эти 4 конкурсных дня располагались в месте максимального сближения студентов со всей страны. И вот фестиваль «Российская студенческая весна 2013» подходит к концу. За эти дни Ульяновск покорил нас своей красотой, гостеприимством, своей прекрасной погодой. Надеемся, что и мы, участники, сумели привнести сюда яркое настроение и зарядить бесконечной энергией этот прекрасный город. А я всегда знала, что самые талантливые студенты именно в Челябинске. Таким результатом они показали, что способны на многое. С вами была программа «Молодежный проспект» и я, Ева Андрейчук. Увидимся!